До студії нового дня завітала Світлана Іваненко, психолог. Вітаємо вас. Добре утро. Сьогодні будемо розбиратися разом з мамою, чи можна стати ідеальними батьками. Багато хто хоче стати ідеальним. Вони думають, що вони не створюють помилок і правильно виховують свою дитину. Але у вас, як у психолога зі стажем, хотілося б запитати, чи взагалі таке можливо стати ідеальними батьками і не накоїти ніяких помилок у вихованні дитини? Да, есть такое стремление, особенно у тех, кто воспитывает первого ребенка. И могу сказать, что это ожидание от себя, это является ловушкой, потому что идеальным родителем стать еще не удавалось никому, потому что мы не идеальные люди. Вот, и, следовательно, склонны к тому, чтобы делать какие-либо ошибки. Более того, хочу сказать, что стремление к идеализации, оно в какой-то степени даже вредит. Потому что если родители стремятся стать именно идеальными, да, не хорошими, а именно идеальными, то тогда они становятся напряженными, жесткими, вот внутренне, да, вот потому что зациклены как будто бы на идее. Чому саме так відбувається? Тому що багато хто з нас завжди, коли нас виховували батьки, або коли ми бачимо, як виховують чужих дітей, наші знайомі, друзі чи, можливо, рідні, ми завжди кажемо, от я так виховувати не буду, я буду виховувати ідеально, і в мене все буде просто супер. Очень распространенные слова. Я никогда не буду как мама, никогда не буду как папа. Я сделаю для своего ребенка все возможное. Вот. Но дело в том, что мы-то видим перед собой образец того, как воспитывали нас наши родители. И осознанно или неосознанно мы повторяем это. То есть зарекаться не потребно. Все одно будем, как батьки, деяку модель повторювати. В какой-то степени. В какой-то степени, особенно если мы этого не осознаем. Вот. И нужно сказать, что вместо того, чтобы стремиться к идеальности, важно понимать, что и хотеть стремиться к тому, чтобы стать для ребенка достаточно хорошим родителем. Вот в этой формулировке, в этом своем желании, конечно, можно действительно достичь результатов, потому что это предполагает, что я могу ошибаться, но делаю все возможное, насколько я могу, то есть с учетом собственных сил. Чи варто, можна сказати, розстроюватися за те, що щось не виходить у вихованні дитини, дитина не слухається, не виходить її привчити до якоїсь тої чи іншої звички? Чи варто вже опускати руки і казати, я поганий батько, погана мати, в мене нічого не виходить? Чи, можливо, є вихід? Ну, конечно, обращать внимание на это нужно, да, делать соответствующие выводы, возможно, консультироваться, возможно, искать какие-то другие способы, подходы к ребенку. Вот. А вот по поводу того, чтобы опускать руки и считать себя плохим родителем, вот здесь бы я не спешила, потому что с моментами сложности встречается каждый родитель, абсолютно каждый. Багато батьків вкладають багато сил у навчання дитини, вони наймають репетиторів, хтось відводить до гуртки, танці, співи, розвиваючи таланти, хтось намагається навпаки тримати у строгості. Хто ж все ж таки поступає правильно і як взагалі на що необхідно звертати увагу, виховуючи дитину? Чи можливо необхідно це все робити в комплексі? Однозначно это комплекс, и однозначно желательно ориентироваться на то, каков ребенок, каковы его особенности, потребности, желания, склонности. Да? И опять-таки ловушкой было бы давать ребенку то, чего недополучили сами родители, то, чего хотели в детстве сами родители. Да? Потому что, допустим, в детстве мама хотела на танцы, и поэтому ребенка ведет на танцы. Да? Вот именно ориентация на свои детские желания как раз-таки это не есть правильно, потому что ребенку, может, этого и не нужно. Але є чимало прикладів, коли мама, не досягнувши якогось високого щаблю у тій чи іншій сфері, намагаючись дати це дитині, дійсно виховує талановиту дитину у цій сфері. Если это совпадает с желаниями ребенка, прекрасно. Але если сильно не потрібно. Да, если это противоречит желаниям ребенка полностью, если идет вразрез, да, когда вот дети приносят диплом и говорят, вот это тебе, вот, тогда это, конечно же, только родительские амбиции. И здесь очень тонкая грань между тем, чтобы разумную родительскую власть применить и разумную родительскую ответственность иметь за воспитание ребенка, и тем, чтобы нажать тобто... и реализовать себя путем ребенка. Тобто у вихованні дитини варто звертати увагу саме не на виховання дитини, а на виховання починати з себе. Конечно. І дивитися на себе в першу чергу. Звісно, тому що это естественное и единственное условие того, что мы сможем дать что-то ребенку. Если это есть внутри, если это есть у нас, если это есть в нашей жизни, ну тогда это мы можем передать. Мы не можем
Ми просто не можемо дати ребенку того, чого не вміємо самі. Чимало зараз іде дискусії щодо того, як правильно виховувати дитину, дивлячись на різні сфери її виховання. Як ми вже сказали, що необхідно все в комплексі і на навчання звертати увагу, і на гуртки. А ось дехто з батьків вважає, що не потрібно водити дітей до репетиторів, на гуртки танців та співу, що цим ми забираємо в них дитинство. Чи правдива ця думка, і чи дійсно необхідно залишити дитину? Вибирай, хочеш ходи на гуртки, хочеш не ходи, хочеш навчайся, хочеш не навчайся, це твоє життя. Діло в тому, що в маленькому возрасті діти ще не можуть рішати, не можуть вибирати. Функція вибору і прийняття рішення у них ще не устойчива. І тому однозначно задача родителів – предлагати, допомагати і підтримувати в цьому. Но опять-таки здесь очень тонкая грань. Когда мы забираем детство, да, когда вот есть вот это вот насилие, о котором вы говорите, и когда мы просто помогаем ребенку достигать каких-то успехов в том, что ему нравится, или же в том, к чему у него есть склонности. И здесь опять-таки родительская чувствительность к себе. Опять-таки, для чего родители это делают? То ли для того, чтобы реализовать что-то свое нереализованное, то ли для того, чтобы быть хорошим родителем, то ли это для того, чтобы ребенок был реализован, для того, чтобы у ребенка получалось. То есть очень важна точка отсчета, мотивация родителей, для чего мы это делаем. Не стане новинкою та теза, що якщо мама успішна, якщо мама живе в гармонії з собою, то у дитини також все буде добре, і виховання також буде йти гладко, без всіляких помилок і, можливо, якихось хибок. Але якщо у мами є якісь труднощі у її житті, з якими вона стикається, як у цьому випадку необхідно звертати увагу на виховання дитини? Дело в том, что с трудностями, кризисами встречается каждый человек, каждая мама, каждый папа. И ну, это такая, ну, такова часть нашей жизни. Здесь важно понимать, что в такой момент нужно позаботиться о себе. Знаете, вот в самолете есть важное правило. Если вы путешествуете с ребенком, и есть какая-то ситуация форс-мажора, да, то кислородную маску прежде всего нужно надеть на маму, а потом на ребенка. Вот, в принципе, это правило справедливо для всех ситуаций воспитания. Когда мама в кризисе, то в первую очередь нужно позаботиться о себе, о своем физическом состоянии, о своем эмоциональном каком-то благополучии и поддержке, да? Вот, и тогда я, как мама, смогу что-то давать ребенку. Вот, в этот момент, если есть кризис в жизни мамы, то важно ребенка все-таки поддерживать настолько, насколько могу. Возможно, попросить об этом бабушек, дедушек, возможно, попросить знакомых, близких, объяснить самому ребенку, если ему достаточно уже лет, чтобы он понял, что ну вот сейчас я устала, вот сейчас могу, сколько дают, столько могу. Але чимало мам, у яких є ось такі проблеми, які начебто можуть з ними справитись і можуть допомогти дитині за допомогою дідуся, бабусі, того ж самого татка, який може допомогти. Але у них все одно залишається комплекс того, що вони щось не додають своїй дитині, і через те, що у них проблеми, вони нав'язують ці проблеми своєму чадові. Я думаю, що кожна мама попадає время від времени іноді в родительську вину. Да, что что-то не додала. Потому что, опять-таки, помните, с чего мы начали сегодня? Есть ожидание от себя быть идеальной мамой. Собственно говоря, какое-то такое хорошее, но приводящее к тому, что не сбывается, не случилось, не получилось, и тогда вот она, родительская вина. И здесь бы, хорошо бы, все-таки не винить себя, а признать вот ответственность за то, что да, вот чего-то не сложилось, да, вот там не смогла. Да? То есть в родительской вине всегда есть объективная часть, когда действительно не додала, не получилось, там в чем-то ошибалась. И есть ну, так называемая токсическая часть, когда чрезмерно себя ругая, ну, мама тем самым лишает себя сил и способности продолжать быть мамой хорошей, чувствительне, любящий для этого ребенка. Також хотілося б дізнатись, чи є у мами таке право, як сісти, поплакати, сказати, так, у мене ось зараз щось не виходить, але я відпочину і подумаю про це завтра. Я більше того скажу, що дуже полезно говорити дітям о своїх ошибках, о том, що не случилось, я не змогла. Тому що таким способом діти можуть бачити, що мама теж не ідеальна. Потому что если дети видят перед собой маму, которая показывает только хороший, правильный фасад,
да, которая наружу предъявляет только случаи своей успешности и маскирует, прячет то, где она была неуспешна, то у ребенка складывается ложное впечатление о том, что вот мама смогла, а я нет. И тоді вже комплекси виникають у дитини. Да, і тоді вже комплекс виникає у ребенка. Поэтому важно в любых отношениях, в отношениях с детьми оставаться просто живой. В том плане, что у живого человека, у реально живущего, возможны и периоды кризиса, и периоды успешности, возможна радость, возможно огорчение, возможны удачи, неудачи. Вот. И если ребенок видит, как родители это проживают, да, что это можно прожить, что это все, ну, естественно, что с этим можно справляться, то тогда он впитывает вот этот способ, иммунитет родительский к жизненным невзгодам. Наостанок хотілося б ще запитати, всі знають, що мамине слово – це закон, але інколи мамина самовпевненість дійсно руйнує стосунки дитини та мами. Всі знають, можна сказати, вже анекдотичну фразу «закрий рота і їж». Як це робити, як іти на компроміс, але маму начебто необхідно слухатись. І ця, можна сказати, репліка є прикладом на поведінку багатьох сучасних мам. Ну, мамина слово «закон» – це правило, воно дійствує рівно до підросткового віку. Тому що в підростковому віку багато дітей проходять його бурно і починають бурліти, і починають встановлювати і іскати інші закони. Да, и вот здесь вот важно понимать, что родителям важно понимать, что до подросткового возраста как раз-таки они вкладывают, и дети верят вот тем словам, которые они говорят. Вот во время подросткового возраста дети ищут свое, и здесь важно дать им в этом волю, в том, что они могут что-то брать, с чем-то соглашаться, с чем-то не соглашаться, для того, чтобы выработать свою точку зрения на мир, на отношения, на себя. И в какой-то степени это полезно, потому что, ну, опять-таки, вернемся к тому, что родители иногда ошибаются и дают неправильные посылы, да, те, с которыми ребенок потом долго живет. Ну, например, там, что мир агрессивен, там, или что нужно всегда, например, закрываться, защищаться, никому не показывать то, что с тобой что-то не так. Да? И тогда ребенок приучается прятаться даже в близких отношениях. Вот. Так вот, важно, чтобы у ребенка возникало все-таки сомнение. Оно в разумных дозах, оно тоже полезно. А ось як батькам все ж таки перейти через свою думку і дійсно дати дитині трошки своєї власної думки і мати право на свої рішення? Ну, я думаю, що якщо к подростковому возрасту у родителей сложилась достатньо хороша зв'язь емоціональна між родителями и ребенком. Если у родителей достаточно внутренней своей уверенности, да, то это возникает автоматически. Потому что к этому времени уже ребенок готов к тому, чтобы эту власть брать потихонечку. Власть или ответственность за свою жизнь он готов брать на себя. Вопрос второй, готовы ли отдавать это родители? И вот этот вопрос, и этот период, это время важно понимать. Ну и, соответственно, где-то быть более чувствительным. Дякуємо вам сьогодні за цю розмову. І я думаю, що зараз ми можемо погодитися з думкою, що, звісно, ідеальних батьків не буває, у кожного є свої помилки, але для своїх дітей батьки завжди ідеальні, якими б вони не були, і їх завжди діти люблять, якщо батьки з розумінням відносяться до тих же самих своїх дітей. Я думаю, что важно понимать то, что родители не идеальны, и тогда это дает детям право на то, чтобы быть не идеальными, то есть принимать себя в разнообразии. Дякуємо вам, Світлана Іваненко, психолог, сьогодні завітала до нашої студії. Тепер ми точно знаємо, як правильно виховувати своїх дітей і що ми маємо право на помилки.